Всем огромнейший привет, с вами Екатерина и Обустроена. И сегодня мы заканчиваем наше панно с суккулентами. Основу панно будет составлять вот такая коробочка размером 20 на 20. Подсветкой будет светодиодная лента. Вот такая, я взяла метр. Это светодиодная лента, которую можно подключать к сети. То есть в каталоге она так и значилась, светодиодная лента на 220. Дальше, к ней нужна еще вот такая конструкция. Это то, что позволит ее подключить непосредственно в сеть. Просверливаем отверстие так, чтобы у нас проходила та часть, которая будет крепиться светодиодная лента. Продеваем ее внутрь. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. То есть ничего паять не надо, лента просто будет вставляться. Вот так. В дальнейшем мы это все закрепим и светодиодную ленту приклеим к боковинкам нашего панно. То есть светиться оно будет как бы изнутри. Вот по такому принципу на двусторонний скотч мы с вами ее и приклеим. Перед тем, как мы приклеим, нам нужно довести до ума свою коробочку. В зависимости от того стиля, который вы там себе придумали, вы выбираете ее окрашивание. Можете просто в белый, но я сделаю небольшие потертости. Ну, как бы такое вот оно винтажное у нас получится. Что-то такое. У меня осталось немножко коралловой краски. Сначала мы окрашиваем в тот цвет, какого цвета у нас будут потертости. То есть у меня они будут вот такие. Еще нам потребуется свечка и белая краска, которая будет основной. Это обычная акриловая краска, и к ней плюс пигмент. И по тем местам, где у нас будут потертости. Внутри сильно не залазьте окрашивать, потому что у нас там будет вклеена светодиодная лента, плюс основа, куда мы будем закреплять сами суккуленты и еще и сами суккуленты. Поэтому сильно там внутрь не нужно влазить. Для того, чтобы краска не приставала к рукам, просушите феном вот тем строительным, который мы используем для изолона и фоамирана. Просто для того, чтобы ускорить процесс. Теперь берем самую обычную свечку и натираем в тех местах, где у нас должны будут быть потертости. Ну, чаще всего они вот на ребрышках возникают, да? И теперь окрашиваем в основной цвет. У меня это будет белый. После того, как вы покрасите в белый, сушить феном уже нельзя. Почему? Потому что внизу у нас свечка. И вот этот вот парафин, который вы натерли, он просто расплавится, и ваши потертости не получатся. Теперь нам нужно проявить наши потертости. Берем кухонную губку с жесткой стороной и проходимся там, где мы наносили свечку. Теперь присоединяем светодиодную ленту. Проверяем. Теперь светодиодную ленту приклеиваем по периметру, только не внизу нашей коробочки, а вот здесь поверху,
потому что внизу будет кусочек полистирола, в который будем вставлять суккуленты. Если боитесь, что светодиодная лента у вас выскочит, приклейте ее, ну, хотя бы или закрепите скотчем. Теперь берем кусочек полистирола и вставляем его так, чтобы он у нас вместился в коробок, при этом не закрывал собой светодиодную ленту. Вот так. И вклеиваем на горячий клей. Теперь берем наши суккуленты и начинаем их распределять. Те, которые у вас самые красивенькие, советую поставить в центр. Ну а там смотрите сами. Место вокруг суккулента сразу же закрываем. У меня вот такая щебенка, я ее прям вклеивать буду вот сюда, вокруг. До места, когда у нас будет следующий суккулент. Аккуратно, тут тонкая работа, пальцы себе горячим клеем не приклеите. Теперь следующий. Смотрите, кактусы у вас будут выпирать немножечко, поэтому для них сделайте здесь небольшое отверстие сначала, потом их вставляйте. Так, ленту можно завернуть, если она у вас очень длинная, у меня метр, поэтому у меня есть лишняя часть. Ну, как бы вот готов.
Включаем. Та-да-да-дам. Вот такое панно с подсветочкой у нас с вами получилось.